Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас 10 февраля, 18:00 на часах, и мы находимся на одной из автозаправочных станций города Минска, автозаправочных станций сети «Беларусьнефть», конечно же. Итак, у нас сегодня розыгрыш первой рекламной игры сезона 2022 года. Рекламная игра называется «Январь – это текаво». Несколько слов и полезной и нужной информации о нашей игре, о нашем розыгрыше. Игра проводится с 1 января 2022 года по 21 марта 2022, включая периоды розыгрыша и вручения призов. Как всегда, на нашей импровизированной съемочной площадке присутствует комиссия, которая будет следить за ходом розыгрыша и, если что, вносить свои коррективы. Надеюсь, этого сегодня не случится и все пройдет гладко, как обычно. В составе комиссии у нас Ольга Леонидовна Лукашевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто-то из присутствующих — Александр Петрович Стельмах. Кто бы это мог быть? Здравствуйте, Александр Петрович. Елена Александровна Василькова. Здравствуйте, Елена Александровна. И Виктория Владимировна Малюк. Здравствуйте. Что нужно было сделать для того, чтобы стать участником игры? Для участия в игре необходимо было выполнить следующие условия. Иметь зарегистрированную карту «Заправка», либо приобрести данную карту «Заправка» и заполнить анкету участника программы «Заправка» по 31 января 2022 года, указав при этом свои достоверные данные или подтвердить корректность ранее указанных данных, а именно фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер мобильного телефона белорусского оператора сотовой связи в международном формате, населенный пункт, а также адрес электронной почты. Предоставить согласие на обработку персональных данных и участие в рекламной игре путем предоставления проставления отметки в личном кабинете на сайте azs.belarusneft.by. Совершить покупку топлива в сети АЗС «Беларусьнефть» на сумму не менее 30 белорусских рублей в каждом чеке в период с 1 января 2022 года по 31 января 2022 года включительно с использованием карты «Заправка». Участнику игры присваивается один номер участия за каждую первую покупку, совершенную в различные даты в указанный период. Таким образом, участнику может быть присвоен только один номер участия в календарный день. Что касается призового фонда. Во время проведения игры разыгрываются следующие призы общей стоимостью 49 458 белорусских рублей 70 копеек. Копеек тоже белорусских, конечно же. Главный приз – это денежный приз 30 тысяч белорусских рублей 00 копеек и денежные средства для уплаты налога в размере 4458 белорусских рублей 70 копеек. А также утешительные призы. Это 300 сертификатов на приобретение товаров, включая топливо и услуг, реализуемых в сети АЗС «Беларусьнефть» номинальной стоимостью 50 белорусских рублей. Каким образом мы будем определять победителей? Определение выигрышных номеров проводится в несколько этапов. Для проведения розыгрыша используется специальный вращающийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. Я буду их вам демонстрировать и нашей комиссии, когда буду забрасывать их в специальный, вот сразу видно, вот специальный вращающийся, еще и непрозрачный барабан. Это не каждый может себе позволить, как мы помним. Определение выигрышного номера участия получателя главного приза происходит путем его формирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно извлекаемых из барабана. В общем, все как обычно, ничего нового. Организатор дополнительно определяет на всякий случай один альтернативный номер участия победителя для главного приза. Альтернативным победителем становится участник игры с номером участия через 5000 номеров от победившего номера. Определение выигрышного номера участника игры получателя утешительного приза происходит следующим образом. Формируется номер участия первого получателя утешительного приза тем же вышеописанным способом, а следующими 299 победителями становятся последовательно участники игры с номерами через каждые 600 номеров от последнего выигрышного номера участия. Для каждого утешительного приза также определяется один альтернативный победитель, которым становится участник игры с номером, следующим за основным выигрышным номером участия. Приступаем непосредственно к розыгрышу, и первым мы определим обладателя главного приза. Это 30 тысяч белорусских рублей, а также сумму денег для уплаты налогов, чтобы 30 тысяч осталось на руках. Количество игровых номеров у нас 509 995. 509 тысяч на пятерку у нас начинается, это большое число. Это значит, что первым в барабан мы должны поместить шары от 0 до 5, чтобы определить первую цифру выигрышного номера. Барабан пуст, как вы видите и слышите. Итак, мы забрасываем шары. Я вам показываю и к нашей комиссии. 0, 1, 2, 3, где-то должно быть обязательно, 3. Такая тишина, как будто мы тут на Ноев ковчег людей собираем. 4. Кому больше повезет. 4, да, вакантные места. 5.
01234-5 у нас находится в барабане. Я какую-нибудь сторону лучше закрыть. Вращаю барабан. Ну как, он сам вращается, конечно. В силу инерции и гравитации. И теперь извлеку первую цифру выигрышного номера. Просто еще раз помещу руку и первый попавшийся шар достану. 4. Возвращаю шар обратно. Это значит, что для определения каждой следующей цифры выигрышного номера в барабане должны находиться все шары от 0 до 9. Шары от 0 до 5 у нас находятся в барабане, как вы помните. И я туда забрасываю остальные шары. Следующий шар – это у нас под цифра 6, точка внизу у нас находится. 6, точка внизу. 7. 8. 9, точка внизу. Закрываю барабан, снова вращаю. Шары как-то хаотично перемешиваются. Но сейчас, опять же, случайным методом что-нибудь извлеку. 8. Возвращаю шар обратно. Так, итак, у нас для контроля 4, 8. Чтобы потом свериться с нашей комиссией. Вы, кстати, тоже можете записывать. Хотя можете отмотать потом запись обратно и посмотреть. Давайте левой рукой что-нибудь достану. 5. Возвращаю шар обратно. 4, 8, 5 у нас. Три. У нас сегодня удивительное разнообразие цифр. Такое как-то даже редко бывает. Напоминаю, сейчас разыгрывается главный приз на 30 тысяч белорусских рублей. За кого-то мы в итоге все равно порадуемся. И вы, надеюсь, тоже. 4. Возвращаю шар обратно. 4, 8, 5, 3, 4. И последняя цифра выигрышного номера. Все номера участников распечатаны у нашей комиссии. И они, конечно же, быстро обнаружат, кому мы будем поздравлять. Итак, последняя цифра выигрышного номера. Хорошенько перемешаю. Ну и какой-нибудь... 2. Возвращаю шар обратно. 4, 8, 5, 3, 4, 2. Литвинов Максим Александрович из города Береза. Максим Александрович из города Береза. Да, да. Угу. Мы сейчас попробуем связаться. Попробуем до него дозвониться. Да. Здравствуйте, это Максим Александрович. Да. Максим Александрович, меня зовут Георгий Колдун. Я вам звоню от лица компании «Беларусьнефть». Просто вас хотим поздравить. У нас только что произошел розыгрыш. У нас он ежемесячно проводится. Вы методом случайного выбора цифр стали победителем и обладателем 30 тысяч белорусских рублей. Вот комиссия вам поаплодирует, сейчас поздравляет вас. Ничего сообщать не надо. Просто мы обязаны были вам дозвониться и сообщить эту информацию. Если вы хоть чуть-чуть рады, можете хотя бы сказать, что вы хоть чуть-чуть рады, Максим. Это сейчас не шутка? Нет, Максим, это не шутка. Я понимаю, что у нас все привыкли к тому, что по телефону звонят и разыгрывают, но это правда не шутка. Меня правда зовут Георгий Колдун, и это правда компания «Беларусьнефть». Поэтому, да, мы вас поздравляем. Скоро с вами свяжутся сотрудники «Беларусьнефть» и расскажут, каким образом вы сможете забрать свой выигрыш. Да, дышите нормально и спокойно. Хорошего вам вечера. Спасибо за то, что заправляетесь в «Беларусьнефть». Давайте, счастливо. Всего хорошего. Ну ладно, хотя бы человек порадовался, и то хорошо. Сейчас дайте все прийти. Ну, такое бывает тоже. Значит,
Значит, мы шары извлекаем обратно, да. Сейчас мы будем разыгрывать утешительные призы. Я шары просто положу, все равно вам буду их показывать потом по очереди, когда буду возвращать их обратно в барабан. Сейчас нам нужно определить первую цифру выигрышного... первый выигрышный номер обладателя утешительного приза. То, что все... Сколько у нас там? 300, да, сертификатов? Мы же не будем доставать, я же понимаете, так жизнь пройдет. Итак, барабан у нас пуст. Я вам даже прощаю, чтобы вы слышали, что никакого звука он не воспроизводит. Итак, у нас снова тоже количество участников игровых номеров 509 995. Это значит, я просто повторяюсь, что мы должны сначала поместить в барабан шары от 0 до 5. Итак, снова пустой барабан, помещаю 0. 1, 2, 3, 4. Я все вспоминаю. 5. Что? Я думаю, что он думал, что мы уже положили трубку, скорее всего. Так это хорошо, что мы не положили трубку. Теперь-то мы знаем, что человек рад по-настоящему. Итак, первая цифра выигрышного номера обладателя утешительного приза – это сертификат 50 рублей. И раз. 4. У нас что-то очень похоже начиналось. Возвращаю обратно четверку. Снова 4 у нас первое. Это значит, что сейчас, так как у нас, значит, такая история получилась, на 5 начиналось, значит, число, а так как у нас сейчас четверка, это значит, что для определения следующих цифр выигрышного номера в барабане должны будут находиться всегда шары от 0 до 9. Шары от 0 до 5 там находятся, как вы помните, четверку я вернул. Возвращаем, кладем туда, значит, шары, помещаем следующие. Так, до 5 у нас было, 6, точка внизу, 6, точка внизу. 7, 7, 7, 8, 9, точка внизу. Опять же, абсолютно случайным образом. Сейчас они как-то там перемешаются. Случайным образом я извлеку какой-то шар. И мы узнаем вторую цифру выигрышного номера обладателя, первого обладателя утешительного приза. Их у нас всего 300. А это сертификат на получение товаров и услуг на сумму 50 рублей. 0. 0. Возвращаю обратно. Запишу для контроля себе. 0. Какой-нибудь. Так, точка внизу – это 6. 6, 6. Возвращаю обратно. Так, половина цифр выигрышного номера нам уже известна. Снова 6, точка внизу. Такое тоже бывает. Редко, но бывает. Снова вращаем барабан. Снова извлекаем, не глядя. И раз. 2. Шар возвращаю обратно. Чему я говорю о том, что возвращаю обратно? Чтобы вы понимали, что у нас все время там от 0 до 9 шары находятся. Последняя цифра выигрышного номера первого обладателя утешительного приза, сертификата на приобретение товаров и услуг в сети АЗС «Беларусьнефть» на сумму 50 рублей. Вот какой-нибудь там хватить. 5. Возвращаю обратно. Итак, 406, 625. Надеюсь, у нас все показания совпали.
Мицура Нина Геннадьевна. Мицура Нина Геннадьевна. Город Мозырь. Город Мозырь. Это первый обладатель? Да, это первый обладатель. Все остальные, согласно правилам нашего розыгрыша, будут определяться. 299 еще у нас будет обладателей утешительного приза. Это 50 рублей, сертификат на 50 рублей на приобретение товаров и услуг. Прежде чем попрощаться, хочу спросить у нашей комиссии, есть ли какие-то вопросы по розыгрышу, или мы считаем, что розыгрыш удался. Розыгрыш состоялся, замечаний нет. Спасибо вам большое. Спасибо тем, кто заправляется в сети «Беларусьнефть». Мы желаем вам удачи. Будем очень надеяться, что повезет. А кому-то все равно обязательно повезет. Пускай так и будет дальше. Всем всего хорошего. Я не знал, как закончить эту мысль. До следующего розыгрыша. Пока.